Героиня нашего следующего сюжета всю свою жизнь посвятила семье и созданию уюта в доме. Хайрул Баригат Абдулгасанова из села Цанатель Гумбетовского района – настоящая мать-героиня. У нее 10 детей и почти два десятка внуков. И хоть практически каждый из них уже нашел свое место в жизни и даже создал свою семью, они стараются найти время, чтобы лично поздравить любимую маму и бабушку с весенним праздником. Даже Мурат Зиудинов в этом убедился. Алые розы, праздничный торт и скромные подарки. Нынешний день особенный. Дети и внуки поздравляют любимую бабушку с 8 марта. Пока семья не в полном составе. У многодетной матери Хайрул Баригат Абдулгасановой 10 детей и 19 внуков. Стяг помогает, внучки помогают. Отец помогал. Еще братья был. Один умер, один есть, другой есть. Они помогали. Все. И выросли детей. Богатство супругов Абдулгасановых – это их дети и внуки. Сыновья служат в российской армии и работают в регионах страны, дочки в Дагестане. Все заняты делом и обеспечивают свои семьи. Секрет отзывчивости и дружелюбия детей кроется в правильном воспитании и трудолюбии. Спасибо, мама, тебе огромное. Желаю тебе счастья, здоровья, за такую доброту, за такую нежность. Спасибо, мама, тебе огромное. Хозяин дома, 70-летний Аксакал Султан Абдулгасанов, главный помощник супруги, немногословен. Больше занимается делом. Подсобное хозяйство – основной источник дохода. Муж с женой дружно, основном вот свое хозяйство, значит, со своими, значит, умениями, навыками. Муж практически может выполнять все любые сельские, и по садоводству, и по строительству, и так далее. Практически все дома детям он строит сам. Я хочу от всей души поздравить тебя с этим, с 8 марта, пожелать тебе всех успехов. Так, цвети. С женским праздником многодетную мать поздравляют не только дети и внуки, но и одноклассники. Это мать, которая там практически отправляла всех своих детей в мою школу. Теперь обучаю ее внуков. И пришел поздравить ее с праздником 8 марта. Кстати, она моя и одноклассница. Уже за праздничным столом обсуждают семейные проблемы. Кто-то строит планы на будущее, других интересуют методы воспитания. Ведь многодетная семья Абдулгасановых в селе Цанатель Гумбетовского района – пример стойкости, жизненной мудрости и любви к детям. Так уж заведено у горцев. Гаджимурат Зиудинов, Умар Алиев и Рамазан Амаров. Время новостей. Гумбетовский район.